И снова здравствуйте, дорогие телезрители. И снова с вами игра «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. И мы снова выходим на улицы нашего города для того, чтобы задать 5 коротких вопросов и дать жителям нашего города выиграть кубок «Видное ТВ». Ну что, поехали? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Максимова Нина Ивановна. Нина Ивановна, меня зовут Кирилл, очень приятно. Ну что, первый вопрос. Это тест-вопрос, здесь будет 4 варианта ответа. Какое государство, включая все его территории по всему миру, имеет больше всего часовых поясов? Франция, Россия, США или Великобритания? Ну, я как даже, вы думаете? Я думаю, наверное, Франция, скорее всего, а там не знаю. Вот мое такое мнение. Франция. А насколько вы уверены в баллах? Минимум один, максимум 5? Ну, на 5. На 5? Да. Прям уверен, что это Франция? Ну, думаю, да. А там? Да. И это правильный ответ. Это действительно Франция. Ура! Ваши 5 баллов. Держите. Ой. Да. Даже 5? Все наличные. Хорошо. Второй вопрос. С какой русской игрой английский крикет и американский бейсбол имеют массу сходств? Вы бейсбол смотрели когда-нибудь? Ну, смотрела. Понятно. Английский крикет? Нет. Нет. Ну, хорошо, бейсбол. Вот с какой игрой? Как вы... Что я могу ответить? Рулетка, наверное. Ну, рулетка. Ну, вот вы же бейсбол представляете? Ну да, конечно. Ой, не знаю, подскажите, я соглашусь. Представляю, итак, я представляю, но... Ну что, как эта игра называется? Честно говоря, не знаю. Не знаете, эта игра называется «Лапта». «Лапта»? Да. О, Господи, так сама в детстве играла. И мы переходим к третьему вопросу. За исключением одной Земли, все остальные официально открытые планеты Солнечной системы по названиям объединяет кое-что еще. Что? Ну, только Земля не входит в это. Ой, я даже не знаю. У нас планеты, давайте будем перечислять. Меркурий, Венера, Марс. Юпитер, Сатурн. На что это похоже название? Ну, я думаю, скорее всего, на Марс. Нет, вот все их названия объединяет что? Ой. Ну, вот названия вот такие. Вам ни о чем эти названия не говорят? Да нет, я как-то... Юпитер, Марс, ну, вот Венера. Планеты наши. Планеты. А еще как на... кого называют этими именами? Не знаю, ребята, не ну, знаю. Ну как же, знаете? Угу. Точно. Ну вот Юпитер у нас. Что еще помимо планеты? Кто помимо планеты? Не знаю, не мучайте. Не понятно. Отвечу, не отвечу. Хорошо. Это греческие и римские божества. Следующий вопрос. Какой из городов Испании... Так же, как и Лондон, стоит практически на нулевом меридиане. Знаете, да, откуда у нас время? То есть вот Москва плюс 3 часа, да, вот нулевой меридиан. Вот Лондон стоит на нулевом меридиане. Лондон стоит на нулевом меридиане, а теперь называем вам варианты ответов. Барселона, Мадрид, Валенсия или Севилья? Какой вам больше нравится? Мадрид. Мадрид. То есть столица стоит на нулевом меридиане. Мадрид. А если подумаете? Кажется. А если подумать? Ну, я думала Венеция, но он сюда не входит. Нет. Это из городов Испании. Ага. Барселона, Валенсия, Мадрид или Севилья? Давайте Барселону. Барселона? Да. Прям вот. Вы считаете, что это Барселона? Ну, мое такое мнение. Там я, понятно, конечно, считать... А может, не Барселона? Не. Может, Севилья? Или Валенсия? Я почему-то считаю, что вот Барселона. Барселона. Да. Что это Барселона. Да. А насколько вы уверены? Ну, на 5%. На 5%? Это что у нас получается? На 1 балл, да? Угу. К сожалению, это неправильно. Правильный ответ – Валенсия. О, Господи. Ну, это я не изучала. Ничего страшного. Читала.
последний вопрос. Здесь варианты ответа будут. Как вы думаете, в каком из городов курсирует такси, внутри которого находится самое маленькое в мире казино? В Лондоне, в Лас-Вегасе, в Монте-Карло или в Абу-Даби? Ну вот представьте, да, вот вы на такси ведь ездили когда-нибудь? Конечно. Конечно. Вот это считается легковой автомобиль. В Лондоне, в Лас-Вегасе, в Монте-Карло или в Абу-Даби? Лас-Вегас. Лас-Вегас. Угу. То есть вы считаете, что это в Лас-Вегасе? Ну, я так думаю. А считать, я не знаю, город, я так думаю. Город казино, вы считаете, что там и такси такое? Ну, я считаю. А если я вам скажу, что это неправильный ответ? Неправильный ответ. Конечно. Да. Итак, в Лондоне, в Монте-Карло или в Абу-Даби? Монте-Карло. Монте-Карло. Нет. То есть маленький такой город? Нет. Не была, не знаю, маленький он или большой. Но что-то вот по своему вот союзу, по своей местности. Может быть, а эти я там не бывала. На сколько оцениваете? Ну, на 5, на 6 баллов. На 5. Единицу, короче, наверное. На единицу, короче, мы оцениваем этот вопрос, и это все равно неправильный ответ, потому что, объясняю почему, в Лондоне ездят по такие кэбы. Лондонский кэб, он достаточно вместителен. И там маленькое-прималенькое казино, которое считается самым маленьким казино в мире. В любом случае, я вам говорю огромное спасибо. Спасибо вам большое. У вас, вы набрали 8 баллов. 8 баллов. Давайте мы эти 8 баллов покажем. Подождите секундочку. За участие в нашей игре вы получаете вот такой вот браслет. Ой, ну это да. Хорошая вещь. Носите. Спасибо. Помните вам о нас. Смотрите нас на телекомпании «Видное ТВ». Спасибо вам огромное. Да, спасибо, да, и до свидания. Знаю многих там на «Видное ТВ», общаюсь. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Всего доброго до вам. Свидания. Спасибо, удачи.